Отец, можно пробиться через эту дверь. Надо же, еще работает. Хорошо, хорошо. Немир, ты говорил про воронов Одина. То есть он может выскочить из ниоткуда и похитить кого захочет? Или как? Добровольность. Вороны Одина переносят только тех, кто сам захотел. О, и на том спасибо. Отец, как учили воинов в Спарте? Безжалостно. И поэтому ты меня так не учил? Ты сомневался, что я их выдержу? Я не думал, что они тебе нужны. Спасибо. Нет, не может быть. Он все еще здесь. Кто? Там есть ключ на этом острове. Нужно его найти, брат. На кону жизнь невинного. Куда они берутся? Смотри, они лезут из пизда!
Ты сказал, на кону жизнь невинного. Один здесь кого-то пленил? Не Один, а я. Земля здесь выглядит шаткой. Это колесо как будто замерзло. Может, нам поможет подъемник? С высоты будет проще пробить землю. Можешь оттуда пробить землю? Сзади! Съел!
сзади! Сзади! Берегись сзади! Лево! Враг справа! Вот так! Ялла! Ключ. Теперь надо добраться до дозорной башни на берегу.
Что ты не договариваешь? Буровые машины не единственный грех на моей совести. Отец, хочу спросить насчет твоих клинков, тех с твоей родины. Что с ними? Почему ты их до сих пор не выбросил? Ты иногда так на них смотришь, будто, не знаю, будто ты их ненавидишь. От самых ненавистных вещей бывает польза. Кроме того, я пытался, они вернулись. Отдых перед встречей с Дурлином? Умно. Он не так прост. У меня появилось столько новинок. Здесь одна из буровых машин? Видишь тот столб дыма? Вот куда нам надо. Попробуем остановить эту машину. Ого, сколько всего интересного. Хоть немножко отдохнем от Мидгарда.
собрали поэмы Квасира? Давайте сюда. Обожаю их. У меня есть все. Очищу инструменты. Кому-то не повезет. Кстати, если вы направляетесь к буровым машинам в заливе, может, принесете мне щебня? Я бы его куда-нибудь пристроил с толком. Слышишь? Нет. Я вроде слышал голос. Не бери в голову. Просто вставь ключ в замок, брат. Thank you.
друзьям и драугров избавимся от этих гниющих поганцев! Быстрый! Просто вставь ключ в замок, брат. Проклятые ямы драугров избавятся от этих гниющих поганцев! В порядке! Yeah!
Быстрей! Ну вот, можешь как следует стукнуть по барабану? Вот чей был голос. Я надеялся, что он сбежал, но нам нужно его освободить. Что это? Люнгбакер. Я изловил его много лет назад. Отец, всегда ли правильно убить того, кто хочет убить тебя? Да.
Так что не переживай. Похоже, у вас есть артефакты гномьего восстания. Давайте я их возьму. Все для вас. Бей без промаха. До встречи! Атрей, уже получается лучше, быстрее. Вдруг однажды я стану лучше тебя? Если нет, я не справился. О-о-о. Здесь не пристать. Может быть, есть другой путь? Пробовал жарить мясо на этих своих клинках? Нет. Мясо испортится. А, дело в чарах на них? В крови. А, да. Не подумал. Это существо. Ты его поработил. Да. Но зачем? Я был молод и глуп. И я не понимал, каково это годами томиться на цепи, не имея возможности занять свои мысли ничем, кроме боли. Go! 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 Go!
Мы и плавники приковали. Будь любезен. Тихо, тихо. Ему больно? Мы его освободим. Но он останется пленником. Ты знаешь, это не хуже меня. Теперь другой плавник. Надо придумать, как пробраться за обломки. Осторожно! Сверху! Ты злишься на меня, да, брат? Я помню, каково носить ярмо на шее. Такого никому не пожелаешь.
Хорошо, что ты знаешь руны, брат. Весь в огне! Пройдет! Зачем ты его пленил? Из его жира получалось знатное масло для ламп Одина. Масло? Для ламп? Какой бы гнев ты ни испытывал, как бы ни презирал меня, знай, я ненавидел себя куда сильнее. Еще один вдохновенный стих Квасира. Thank you.
Вижу. Остался только хвост. Берегись, не стой эту. Осторожно, справа. За гнездом было какое-то устройство. На причал все равно не попасть. Может, получится что-то сделать сверху? Может, этот причал приведет нас к хвосту? Вернемся к лодке.
ты никогда о нем не упоминал. Тебя это удивляет? Что старик стыдится ошибок, которые он совершил? Нет. Я думал, надеялся, что это существо давно околело. Но асы даже не удосужились добить его после того, как он стал для них бесполезен. Давай мы добьем. Нет, в наших силах его спасти. Отлично. Отсюда доберемся до хвоста. Хочешь спасти это сломленное существо? Я знаю, каково это прозябать в плену. Я не могу его бросить. А если его уже не спасти? Я не понимаю. Пойдем дальше. Ah!
Ты
Должно быть, тоже приковано. Спустимся по той веревке и попадем куда нужно. Ну да, сейчас мы вряд ли сможем что-то сделать.
свободен! Что происходит? Наверное, его нужно подбодрить. Поднеси меня к нему поближе. Взглянем друг другу в глаза. Это существо, буровые машины. Это ошибка, Немир. Но виноват Один. Это не оправдание, малыш. Но спасибо за эти слова. Давай, огромная ленивая туша! Прочь! Не двинулся. Почему он не двинулся? Успел привыкнуть к своим цепям. Ну, нет. Все можно исправить. Надо заставить его плыть, спугнуть. Как-то. Не все можно исправить. Лишь сделать лучше, чем было. Дуновение ветра. Я чувствую. Пусть это его утешит. Но этого же мало. Такова жизнь. Мимир, разве тебе не было бы удобнее висеть лицом вперед? Уже пробовали. На лицо налипают потроха. А. Одно время я думал, что нужно потерпеть, и я привыкну. Не привык.